Всем привет! Сегодня расскажу, как просто и бесплатно можно получить информацию о земельном участке. Заходим в публичную кадастровую карту Украины. Что можно посмотреть? Можно посмотреть владельца участка, площадь участка, с кем заключена аренда, когда заключена аренда и кадастровый номер. Вот здесь выбираем область, здесь район, здесь населенный пункт. Выбираем интересующий нас участок. Здесь видно кадастровый номер и его площадь. Чтобы посмотреть информацию о праве собственности и аренде, нажимаем сюда. Выбираем с выкористанием электронной цифровой подписи. Я делал электронную цифровую подпись в Приватбанке. Кого интересует, как ее бесплатно сделать, я могу снять отдельное видео. Пишите в комментариях, если надо, я сниму. Здесь выбираем Приватбанк. Здесь выбираем свою электронную цифровую подпись. Пароль. Соглашаемся с тем, что вы не робот. Все. Здесь мы видим информацию про право собственности. Здесь информацию о аренде, с кем и когда заключена аренда. У меня все. Всем пока.